Всем привет, друзья! Расскажу вам сегодня, как продлить срок защиты покупателя на AliExpress. Дело в том, что осталось у меня, видите, 5 дней до закрытия заказа на свитерочек, пока он еще не пришел. И, в общем, идеальный срок — это 5-4 дня, когда остается до закрытия заказа. Вот, а вы еще не получили товар. Это оптимальный срок, когда нужно продлевать срок защиты покупателя. Значит, что нам нужно сделать? Нажимаем сюда вот эту вот кнопочку «Открыть спор». Вот. И далее, значит, мы пока еще спор открывать не будем, но как бы, ну, продлевать срок защиты покупателя нужно именно здесь, вот на этой вкладке. Значит, нам нужно нажать вот сюда, вот видите, здесь написано, для того, чтобы продлить защиту покупателя, нажмите вот эту кнопочку. Нажимаем и выбираем, на сколько дней мы хотим продлить защиту. Ну, давайте напишем на 30 дней. Отправляем. Все. Теперь смотрите, значит, тут возникает такое окошечко, что продавец рассматривает заявку на продление обычно в течение 2 рабочих дней. Вот. Если заявка не была одобрена, то нужно уже будет открывать спор и привлекать уже администрацию Алиэкспресса. Вот. Ну, на моем, так сказать, опыте всегда они отвечали. То есть вот поэтому-то и нужно где-то за 4-5 дней до конца срока защиты покупателя этот спор открывать. То есть 2 дня мы теперь будем ждать, пока отреагирует продавец. Если он никак не отреагирует, тогда мы уже, значит, будем нажимать вот на эту кнопочку. Открываем спор, привлекаем администрацию. Вот. Ну и обычно это заканчивается тем, что деньги просто вам возвращает. То есть у меня таких еще случаев не было, чтобы деньги ушли, вот, и товар не пришел на AliExpress. В этом плане китайцы молодцы. Так что, друзья, если срок защиты покупателя у вас истекает, остается где-то 4-5 дней, поступайте вот именно таким способом. Не открывайте сразу спор, потому что, ну, это может быть решено и без привлечения администрации Алиэкспресса. То есть обычно продавцы всегда идут навстречу, если там где-то посылка задержалась. Вот. Ну, если уже продавец не ответит, конечно, тогда нужно будет администрацию привлечь. Вот такой вот лайфхак. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за внимание. Всем пока.